В животном мире самым быстрым признан язык хамелеона, скорость движения которого может достигать до 100 км в час. Во время охоты хамелеон длительное время неподвижно сидит на ветке дерева и выслеживает обед, вращая своими огромными выпуклыми глазами. Заметив муху или кузнечика, он молниеносно выбрасывает язык и захватывает добычу. Таким образом, язык появляется во всей красе и длине лишь на доли секунды, и хорошо рассмотреть его можно только при замедленной съемке. За 3 секунды хамелеон может поймать до 4 насекомых. Язык этой необычной ящерицы отличается невероятными размерами. Его длина нередко превышает длину тела самого хамелеона.